Вы знаете, в последнее время на рынке видеоигр складывается очень печальная ситуация. Я думаю, что многие заметили, что к рулю больших компаний пришли бизнесмены, заменив при этом творцов, которые хотели рассказать игроку какую-то историю. Мы же как потребители хотели купить и провалиться в эту историю, чтобы через 8 или больше часов осознать, что это время пролетело незаметно. А главное, что от проделанной работы оставалось приятное послевкусие и желание пройти этот путь заново. Сегодня я вам расскажу о моем личном видении, чем стали игры в целом и как постепенно происходит их деградация. Примерно до 2013 года я ждал каждый релиз и играл взахлеб. Я знал, что если просядет где-то сюжет, то геймплей вытащит. Или другой какой-то приятный аспект. Все равно существовал какой-то баланс, который в конечном итоге делал продукт хорошим. Это касается как синглплеерных, так и мультиплеерных тайтлов. Мне до сих пор интересно разбираться, как работает сама игра, и анализировать свои действия для улучшения результата. То есть по факту прогрессировать как игрок и преодолевать челленджи. А преодоление этой самой стены, что вы это смогли, и есть суть всего. Это работает не только для игр, но и в жизни, когда вы ставите какую-то цель и стремитесь к ней. Кто-то идет к ED 3.0, кто-то пытается убить босса, не получив урона. Я в свою очередь хочу, чтобы это видео набрало хоть несколько просмотров. И кстати, мне было бы интересно почитать в комментариях, к чему стремитесь на данный момент вы. Давайте же вернемся в мрачные реалии сегодняшнего дня. И пройдемся по нескольким пунктам, которые меня просто убивают как потребителя и игрока в целом. То, что сейчас геймдевом управляют бизнесмены, которым главная статистика, я думаю, вы убедились сами на протяжении последних 5 лет. По большему счету, им все равно на творческую часть. Будет ли игра продаваться из-за крупной рекламной кампании или геймплейных механик? Из-за громкого названия или то, что ее делал Кодзима? Всем насрать. И это отличает игры бизнесменов от игр творцов. Так как в играх творцов я ощущаю в первую очередь завершенность, личный посыл и индивидуальность. Как бы это ни звучало, игры творцов я хочу купить сам, потому что вижу, что они стоят своих денег. Давайте также вспомним времена, когда контроль качества выполнял свою работу, и мы играли на 8-битках, 16-битках или некоторые на PS1, и даже не имели понятия, что такое неработающая игра или баг после релиза. Так как интернета не было, то разработчикам приходилось вылизывать свою игру до блеска, потому что риск возврата целой партии дисков очень сильно бил по бизнесу. Сейчас же дисковая версия имеет больше коллекционный характер, так как по мнению многих у всех теперь есть скоростной интернет, который позволяет скачать патч первого дня размером в половину игрового клиента и исправить полным счетом почти ничего. Также нормой стало то, что примерно 6 часов после релиза никто не может нормально поиграть в игру, если она требует подключения к интернету. Уже не удивляюсь сообщением, что «извините, мы не рассчитали нагрузку и работаем над этим». Поэтому в первый день я даже не пытаюсь ворваться в игру, так как понимаю, что это будет увлекательное времяпрепровождение перед стартовым экраном. Пошел в пизду, блядь! Игры в раннем доступе. Хотя сейчас что ранний доступ, что AAA игры от наших любимых крупных издателей ничем вообще не отличаются. Но есть одно но, что их объединяет. Плати сейчас, а все остальное потом. Или вообще никогда. Есть еще вариант, что вы получите неиграбельный кусок кода, который, возможно, будет хоть как-то работать на топовом железе. Даже глядя на серии Call of Duty и EBF, прослеживается тенденция, что с каждым релизом контента и режимов становится все меньше и меньше, а их возвращение обыгрывается как временный ивент. То есть сначала забирают, а потом дают с барского плеча, мол, смотрите, мы делаем контент. Если же все-таки появляется какой-то новый режим в игре, который понравился игрокам, то сразу корпоративные ручки начинают это дело монетизировать. Из самых последних примеров могу привести режим Outbreak, который был временным ивентом в осаде. Теперь же на основе этого режима делают отдельную игру. Влияние трендов также не обошло стороной некоторые игры, а в частности успех Battle Royale. И тут стоит вспомнить наших любимых крупных издателей, которые делали BR одним из режимов. У Black Ops 4 это получилось лучше, но в жертву был принесен мультиплеер, а в BF5 этот режим умер почти сразу. Зато галочку можно поставить, что попытка была сделана, вместо того, чтобы работать над тем, что разработчики умеют лучше всего. Хотя стоит признать, что у Тетриса и Форзы в этом плане вышла годнота.
Когда уже ничего не придумывается, разработчикам с издателями хочется сыграть в безопасный бизнес. То они возвращаются в времена, когда игры были искусством. Хотя и сейчас они искусство, но уже мало кто к этому стремится. Настает время ремастеров и ремейков. Допустим, ремастер Metro 2033 и Dark Souls не особо нужен на ПК, так как ремастер с разницей в 5 лет не даст вам какого-то вау-эффекта. С другой стороны, это возможность заработать на консолях текущего поколения. Если же речь идет про более серьезные ремастеры, то в пример можно привести Modern Warfare Remastered на ПК. Из положительных моментов здесь то, что это и вправду ремастер без авторских изменений и с прокачанной визуальной составляющей. Но с другой, лог в 90 кадров в 16 году, плохая оптимизация, отсутствие половины карт, которые запихнули в DLC, отсутствие поддержки кастомных серверов и модов, в отличие от того же оригинала. А из нововведений появились лутбоксы. Невзирая на то, что сама по себе система лояльна к игроку и дает новый контент, я бы предпочел поддержку кастомных серверов и модов. Так как показывает практика, игроки сами знают, что они хотят. По этой причине люди все еще играют и создают новые карты Warcraft 3 и модят серию The Elder Scrolls. Ремейки и перезапуск серии я считаю отдельным искусством. С одной стороны, используется тайтл, знакомый игрокам, которые играли в оригинальную игру. И у этих игроков есть ожидание, что разработчики правильно передадут то, за что ее полюбили. С другой стороны, у разработчиков также стоит задача осовременить игру, чтобы она соответствовала текущему рынку, была конкурентоспособной и при этом привлекла еще новую аудиторию. Главная же проблема заключается в нахождении правильного баланса между первым и вторым для успешности этого продукта. Если говорить о конкретных примерах, то первое, что приходит на ум, это недавний Resident Evil, Deus Ex, Doom образца 16 года, а также похождение Биджея Бласковица. Напишите в комментариях, какой ремейк вы ждете или рекомендуете обязательно пройти. Из негативных примеров я бы привел Modern Warfare. Я понимаю, что игра кому-то заходит, но я считаю, что из всего, что там осталось, это название и прайс. В очередной раз перечислять все то, что там не так, я не хочу. Просто посмотрите видео, которое сейчас всплывет в подсказках. Напоследок я оставил игры-сервисы. У меня нет претензий к условно-бесплатным проектам, так как пользователь может попробовать продукт и ничего при этом не потерять. Здесь претензия больше к AAA студиям, которые хотят продать продукт за полную стоимость и еще внедрить фри-то-плей монетизацию, доходя до полного абсурда. За примерами далеко ходить не нужно. Посмотрите, что из себя представляет Ghost Recon Breakpoint. Итак, какой вывод можно сделать? Если рассматривать игровую индустрию в целом, то годноты становится меньше. Общее качество, как техническое, так и контентное, становится хуже. Но при этом аппетиты в плане монетизации заставляют сомневаться в адекватности разработчиков и игроков, кто это покупает. Поэтому мне интересно ваше мнение. Считаете ли вы, что за последние, допустим, лет 5 игровая индустрия очень сильно деградировала? Интересно будет почитать. А на этом у меня все. С вами, как всегда, был Evil. Всем пока.